Театр и все, что связано с этим видом искусства, тема, очень близкая автору выставки. Анжи Струмило – человек тонко чувствующий и глубоко мыслящий, а потому и передать театральную среду, атмосферу сюжета и героев ему удалось. Как и полагается, гений в своей неповторимой манере. На этот раз мастер в Брест привез свою коллекцию эскизов, проектов декораций и костюмов к известным театральным постановкам, собранную им фотодокументацию. Работе над этой тематикой Анжи Струмило посвятил порядка 10 лет и, как признался нам, даже не предполагает, сколько за это время накопилось творческих воплощений. Понимая, что время не стоит на месте и театральное искусство приобретает новые черты, художник убежден в одном. Это все жизнь. И поэтому театр для меня очень близок. Люди театра. Я тут не стану пересчитывать тех актеров, тех художников театра, с которыми я работал, но это очень много. Постановки чеховского «Вишневого сада», шекспировского «Много шума из ничего», мотивы сказок Исаака Бабеля, поэзия Булата Акуджавы – все это нашло отражение в работах Анжи Струмило. Выставка польского художника открыла мастера с новой стороны, позволила узнать о нем чуточку больше и убедиться в многогранности его личности. Анжи Струмило, несмотря на солидный возраст, посчитал необходимостью приехать и лично представить посвящение театру. Причина такого доверия брестской публике оказалась довольно любопытной. В каком-то смысле считаю Беларусь своей батьковщиной, своей родиной, потому что мой отец и мой дед родились в Минске. И моя молодость, юность, она была связана тоже с вопросами Беларуси, белорусской культуры, белорусского языка. Я даже год или два был в педагогическом белорусском институте в Новогрудке. День презентации тематической экспозиции совпал с 250-летием со дня первого представления старейшего публичного театра Польши. Такое запланированное совпадение – идеи директора Подляского музея в Белостоке, который стал инициатором проведения в Бресте театрального вернисажа Анжи Струмило. Для нас, профессором Струмило, показ этой выставки – огромное удовольствие. Это очень актуальная тема. В этом году в Польше мы отмечаем год театра. Но так как с Беларусью и белорусской культурой у нас много общего, мы решили разделить этот праздник, презентовав вам экспозицию. На открытии выставки художника Анжи Струмило гости смогли не только насладиться его творчеством, но и пообщаться с известным живописцем. Каждый вынес пользу от встречи, а сам Анжи Струмило намекнул о том, что выставка в посвящении театру – далеко не последнее его откровение. Уже сегодня в планах третий визит на Брещину.